смотрю я на завязывающуюся драку в октагоне, и меня разбирает любопытство, ну, вернее, недопонимание одного момента. Ребята выходят в октагон и так пи***ться, ну, в смысле, и так драться. Нахера им еще драться просто так, выяснять отношения? То есть после схватки, когда уже один выиграл, второй проиграл, или до схватки еще раз за***ться, не понимаю. Я понимаю, ладно, борцы, они сначала боролись, потом бьются, ну, выясняют сразу в двух дисциплинах, кто из них круче. А здесь-то все одно и то же. Или массовая драка — это отдельная дисциплина в смешанных боевых единоборствах? Я не знаю.